правильно? Добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Хофсон, сегодня Сережа Болдов. И, наконец-то, новости с Олом Фортнайте. Всем привет. Ну что, сегодня мы и увидим, ребята, что снова добавили в игру. И сейчас, да, мы специально себе вообще ничего не сплерили. Прямо сейчас мы посмотрим тот самый долгожданный видос, трейлер к новому сезону. Интересно вообще, что нас ждет. Ура! Все как обычно. Окей. Вы успешно вышли из учетной записи. Зашибись! О! 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 Серёга, смотри, видишь? Доктор Соул, эпицентр нестабилен! Все рушится, уходи! Если убежать, если. О, русская озвучка, нифига! По-моему, он сам говорит. Я сделаю то, что нужно было сделать сразу. Я обращусь к семерым. Ты дал клятву! Ты загубишь весь труп! Мне это нужно! Иди же сюда! Я понял. Минус 99. Что происходит вообще? О, понятно. Что за война вообще происходит, я не понимаю. Да, прям все в кучке. Честно, Кратос такого бегает. Бедный котик. Банан. Подожди, это кто был? Это из... Не, ну красиво, красиво, я как бы не спорю. Было непло. Блин, у меня аж мурашки по коже пошли от такого трейлера. Так, еще будет? Нормально. Ой, чё ты знакомая. Я просто пока вообще не понимаю, что происходит. Да я помню метеорит, опять он вернулся. У меня все получилось. И сейчас старые карты возвращаются. Да-да-да-да. Первый сезон, первая глава вообще. Ой, нет. Опять этот пришелец, что ли, а? О, нет, или да? Прокачка. Да-да-да, смотри, он же. Слушай, next знаю, game. У тебя нет причин мне доверять, но... О, нет, постой. Я друг, я друг. Но... Ой, вот это жестко было! Гена! Да, я достану Гена! Но, сестры. Да все, что ты захочешь. Только помоги вот с этим. Верю тебе. Пока. Ты прямо обнадежил. Все заработал. Опа, ты видел на секунду 25-й кадр был, как будто карта по-другому выглядела, видел, да? Там, подожди, там надо будет посмотреть заново, такое чувство, что это старое. Стой, да? Подожди, как будто сейчас игра начнется, у меня появился пинг. Да, там вначале подбор игроков был. Надеюсь, я не пожалею. Я готов, Сережа, я готов! Давай, топ один сразу. Времени мало. Петельщик. О! Снова ты? Здорово! Я за Терминатора играю! Мы спасаем мир. Фига, а что мне делать надо? Подожди. Что ты сделал с эпицентром? Это не я. Оно само. Тут все настолько запутано, что я не знаю, как быть. Но сдаваться рано. Никто и не думал сдаваться. Готовься. Когда раскроется эпицентр, пути назад не будет. Ставлю лайк этому обновлению. Это что такое? Порталы! Что в их? Это не порталы. Реальность разрушается. Так, нам их закрыть? Сам подумай. Да понял, сделаем. Так, а как нам их закрыть? А, я понял, понял, понял. Так, Джоуси, давай, я могу тебе помочь. Что делать надо вообще? Ну и да, тут просто... закрыть.
Просто АФКшу типа стоит. Усиливается. Волны реальности опасны. Понял. Так, а почему? Там еще один портал, погнали, Джоуси! Оу! Это кто? Бабочка. Чай была волна. Как там, все в порядке? Я стал бабочкой, так что... Нет! Подожди, это какой-то новый персонаж. Тогда такого не было. Теперь ты мои уши, глаза, руки... Я понял! Хорошо, я беру всю ответственность на себя! Я не подведу! Конечно, закрою! Конечно! Разумеется. Так, а как закрывать? Вот так вот, типа, стреляю. Подожди. О, давай, давай, давай. Блин, закрывай. Да, вот, да, все да, нормально, да, пошел. Давай, опа. Так, это закрыл портал. Я вот там все это закрыл, пытаюсь вообще все сезоны вспомнить. Я просто пытаюсь понять до сих пор, что вообще происходит. Где еще порталы? Прекрасно. Еще порталы есть? Не, не вижу ничего. Но мне нужно еще время. Сейчас, подожди. Продолжайте. Принято. Я вижу еще три портала, но они очень далеко. Вот бы сейчас. О, нифига! Ой! Бегу! Подожди! Нужно пробраться мимо охотников! Бегу, 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 бегу! Ух ты ж, нифига! Это же новый скин, смотри! Курочка-качок, смотри! Закрывай портал! Давай, ну же! Так, отлично. Этот портал я закрыл. Что дальше? Нифига себе, да чё? Ты видишь, Серёг, что там впереди? Красиво, красиво, красиво. Это цветок какой-то прям. Да, возможно. Ой, что? Волков я не ждал. Волки? Что? Подожди, волки реально? What the fuck вообще? Ща, тороплюсь, реально стараюсь. Нет! Что, моя людик? Так, это Лара Крофт? Би. Ой, реально? Давай, закрывай портал, закрывай, тороплюсь. Сарай сделай как можно быстрее все, давай! Все, нормально. Так, еще один портал погасил. Все, последний остался. Ой, как это красиво. Мне все труднее, не стойте на месте. What the fuck? Серег, ты меня тоже видишь, да? Ты видел, да, какие знания? У нас гости! Вижу! Все, ладно, закрывай портал, не отвлекаемся! Не отвлекаемся, закрывай портал, давай! Все! Закрыл! Закрыл же? Да, закрыл. Отлично. Прекрасно. Так, а что дальше? О, ты видишь, что там? Это последний! Мы справились! Мы точно все сделали! Ну-ка, посмотри в небо! Это мощно! Как это красиво выглядит! Я в шоке! Очень важный момент! Вау! Там все в норме! Вау! Этого мало! Офигеть! Это не остановить! Ну куда? Я знаю, как сдержать взрыв! Он решил запечатать себя! Стой! Не надо! Подожди, он типа жертвует собой, чтобы запечатать взрыв? Мы не уйдем, пока не закончим. Нужно помочь. Вперед! Вперед, погнали! Да я бегу! Ой! Офигеть! У меня мурашки по коже идут, пипец, что происходит вообще? Стой, не умирай, не надо, не жертвуй собой, мы поможем! Воу-воу-воу-воу-воу! Лечу! Блин, это так эпично! Так, а мне ж наверх подниматься, правильно я понимаю, да? Да. Сейчас, я иду! И что это такое? Наверх поднимаюсь! Бегу! Давай, Джонси, бабочка, идем! Ой, все, мне кажется, начинает... О! Так, а что у нас тут? Че, что-то масштабное. Вот он. Братан, нет, не жертвуй сам собой, не на... Другой возможности не будет. Печатай эпицентр и перегрузи прибор. Перегрузить прибор? Я же останусь в петле. Придется выбираться с боем. Что бы ни случилось, не сдавайся. Я найду тебя, и ты мне все расскажешь. Даю тебе слово. И поехали!
вау. Просто вау. Мурашки по коже. Мне интересно, что сейчас вообще будет дальше. Подожди, а кто запечатал себе, робот или Джонси? Джонси, правильно? Основатель. И он тоже туда же попал в петлю. Нет. Ну все. Все, ребята, добро пожаловать в шестой сезон. Второй головы. Нас связывает древо. Реально волки. Заставляет выживать. Отправляться в приключения. Какой-то новый лук, смотри, Лара Крофт, реально. Всегда. Джонси. В новых скинах. Фига, вау. Птица. А это дельтаплан, понял, все. Какие-то... Противостоять зловещей тьме. В древней силе нужен баланс. Какие-то маги. Блин, меня уже в игру приглашают. О, петух! Реально, смотри! Вау, тачки новые, смотри, какие-то! Оффроудные! У дикий нрав. А у вас... Ой, дикие времена! Так, слушай, реально какое-то это, ну, дикарство какое-то у нас начинается, да? Да. Блин, это очень классно. Итак, давайте, ребят, значит, смотрите, первое, что мы сделаем, конечно же, сейчас, да? О, мне тут куча всяких новых приколюх дали. Короче, первым делом, что мы, конечно же, сейчас с вами сделаем, это, естественно, обзор на 100-й левел Battle Pass. Вот, поэтому прямо сейчас задоначу, прямо сейчас мы его закупим и, собственно, посмотрим, что же в нем находится. Друзья, пока мы не перешли к обзору Battle Pass, я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Не забывайте вводить мой код автора в магазине Fortnite. Если вы не знаете, как это сделать, заходите в магазин предметов, и в правом нижнем углу есть такая вкладочка «Поддержать автора». И здесь вы вводите мой код автора кофе. Я буду вам очень сильно благодарен, если вы, конечно же, это сделаете. Огромное спасибо всем тем, кто заюзал мой код автора. Значит так, купили Battle Pass, и давайте все-таки смотри. Значит, у нас агент Джон всегда вот в таком вот виде. Ну тут я... это все, это мы пропускаем. Так, какая-то анимация, уборка. Анимация, конечно. Музончик какой-то после эпицентра, какие-то картиночки, да. Коля, что, набор для выживания. О, чисто зрело, нормально. Это какая-то сумочка, Бзаки. Вот вместе вот с этой штукой. Лара Крофт! Ларочка. Вот она как у нас выглядит, такая боевая, заряженная. Вот такая вот кирка. Причем я там видел, и новая, и старая будет. Ну, возможно, возможно, возможно. Флайера какие-то чисто. О, брейкдаун, тактическое уклонение. Ну-ка, а, нифига, смотри. А, это еще это, и бесконечно. Да, будет. Да, да, то есть она бесконечная, то есть можно ее так включать. Парашют! Вот это прикольно, кстати. Рваный парашют. Приколюха, приколюха, приколюха. Эмблема для флага. Еще одна Лара Крофт, да, прикольно, прикольно. То есть, реально, мы как будто в первобытный мир попадаем, то есть, какой-то только вот дирозавр, конечно, динозавров, вот этого всего, да. Такая вот кирка у нас есть, кстати, это прикольно выглядит, такая чисто бензопила, вот только. Ну да. Так, 300 баксов получили. Все, отлично, идем дальше. Все, мы достигли 100-го уровня. Значит, смотрите, что мы. Мы еще получаем дополнительно. Полевая сумка Джонса. Тарана. Вот такой вот тоже новый персонаж, новый скин. Да, вот такой вот дельтаплан, диноплан. Фига, блин, фига. Вот это прикольно, кстати, смотри. Такой чисто динозаврик, только вот, вот что вот это такое. Я, страшно такое представить, прикиньте, а. Так, идем дальше. Какая-то анимация, тасование. О, колоды карт. О, нифига, смотри, прикольно, прикольно, прикольно. Так, идем дальше, смотрим. Дино-сумка какая-то, да. О, тарана. Вот это прикольный скин, мне нравится. Кирка прикольная, кристальная кирка, выглядит круто. Давайте самое интересное просто, наверное, будем смотреть. Парящие символы, вот такой вот дельтаплан. Бесконечный свиток. О, он еще светится. Вот это прикольно, кстати, вот этот класс. Многоцветное вот это пламя. Можно. Да, красиво, красиво. Не... Так, а вот эта сумка у нас уже, кстати, была. А почему нам снова ее дают? Она же у нас была. Во! Разиэль! Разиэль, вот как это его зовут. Маг, да, это тот чел, да-да-да-да-да, со свитками, который светился. Вот это, как я понимаю, его анимация, медативный ру. Фига, летает! Прикольно. Вот это вот четкая анимация, согласен. Рюкзак, скорлупа. Скорлупка, скорлупка. Яйца крыл. Вот то, что нам нужно. Это сразу нажимаем использовать. Вот, вот он, желточек. Желточек, а. Не, ну вот это нормальный скин. Предлагаю прям сразу его, так сказать, и союзой, да? Ну, он реально имбовый, посмотрите. Кирку еще, кирку, видишь, это кирка! Это реально кирка! Вот, конечно же. О, смотри, есть еще вот такой вот рюкзак с королупчиком, ну нормально. О, и вот такой желток есть. Только вот это уже какой-то не желток, а какая-то слизь. И вот такой вот, смотри, тоже яйца крыл синего цвета только, да? Так, ну музончик какой-то у нас туда. Вау! А
астральный ворон. Слушай, очень прикольная анимация перехода вот так вот чисто из портала. Выглядит просто бомбезно. Значит, раскраска оружия выглядит... Вау, вау, переливается, эпицентр. Очень красиво выглядит. Полевая сумка Джоунси, вот такая её, вот. Она цвет меняет, просто цвет, цвет да. Вот этого шарика меняется, и все. Не понимаю, не понимаю, да, слишком, три рюкзака уже одинаковых таких. Так, вот это у нас что? Возрожденная Рейвен. Прикольно выглядит. А вот тут у нее, смотри, такой плащ из перьев. Красивенькая. И вот такая вот кирка. Слушай, ну не выглядит интересно. Выглядит интересно. Пространственный... О, нифига. Прям такая дыра в спине, смотри, нифига. Прикольно. Анимация, смотри. Азарт, Митрион, Синтос. Какое-то заклинание аж целое, смотри. Прикольно. Лама такая, чисто из камушков у нас получается. Так, и, собственно, вот, возрожденный Рейвен тоже, тоже она, но только, ну, немного другой стиль. Подожди, Рейвен. Это из DC, по-моему, если я не путаю. Вау! Выглядит реально красиво, выглядит реально очень круто. Смотри, как тебе нравится, не? Мне нравится. Она прям очень большая. Да, такие крылышки. А есть еще, смотри, есть еще. Да, есть еще вот такая. Подожди, так это дельтаплан, нет? Это же дельтаплан. Это дельтаплан, Серега. Ты че? И вот еще, вот это украшение краски на спину. Вот так вот оно выглядит тоже. Вау, оно еще, блин, классно. Такое чисто плащ. Да, вот вот это кирка и боевая. Выглядит красиво. Вау, 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 владыка башни. Подожди, слушай, это сотый? Да, нет, сотый, ну да, по-моему, да. Кстати, по-моему, да, по-моему, это сотый уровень. Да, это самый последний скин, который можно разблокировать в батл пассе. Выглядит просто сногсшибательно. Выглядит, о, владыка башни, офигенно. Так, и здесь есть какая-то эмоция. Страж башни, ну-ка, а что она делает? А, просто у нее как у этого, как у железного человека маска так открывается и все. Так, ну, ну 1100-200 V-баксов, неплохо, неплохо. Ну, слушай, все получается, да, зачем у нас с тобой... удивлять пытаются? Да, это сотый уровень баттлпасса получается, мы за него получаем вот такой вот скин. Ну что, Серег, погнали, собственно, вообще посмотрим, что нас ожидает. Да. Вот так вот выглядит у нас теперь менюшка. Итак, погнали, ребята, сейчас катку, посмотрим вообще, что изменилось у нас на карте. И, собственно, покажем это вам. Ну что ж, друзья, добро пожаловать на новую карту 6-го сезона Fortnite. Как я вижу, основные изменения у нас произошли в самом эпицентре этой карты, как обычно, в принципе, это большое, происходит, поэтому, прямо сейчас мы отправляемся именно туда, посмотрим вообще на изменения, посмотрим, что нового туда добавили вообще, причем да? Осеннее, странно. Ну вот, да нет, это, наверное, знаешь, это какое-то не осеннее, такое, знаешь, типа, да историческое больше, это да? Осеннее. Да ну не, не, это вот, ну, мне кажется, это больше на какое-то, ну, здесь осень, да, я знаю, похоже немного, да? Ну тут нифига себе башня целая, ты посмотри, а здоровая такая. Блин, ну жалко, реально динозавров нету, было прикольно, если там какие-нибудь тираннозавры, там какие-нибудь рексы, кстати, хотели, да, кстати, было матика, бы. По сути, ну да, 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 да. Давай куда-нибудь, возможно, вот, типа вот сюда упадем просто. Я кажется, просто в эпицентре там будет дофига людей. Ой, поэтому давай куда-нибудь вот сюда просто упадем, посмотрим, вообще что новенько. Какой-то дробовик тут валяется. Там какой-то NPC летает. Это что такое? Не знаю, Серег, не знаю. Так, ты рядом со мной, да? Ой, давай, да, давай просто побегаем, посмотрим, что у нас здесь интересного вообще есть. Ну, чисто все здания в таком стиле, вот в историческом тоже прикольно. Так, а где вообще все сундуки, где? Новое. У меня вообще ничего нету. А где все оружие вообще? Скажите, пожалуйста, где все вообще, а? У Серега. Это базар, рынок тут здесь вообще. Где оружие? Мне оружие надо, пожалуйста. Да я вот найти пытаюсь, не могу. Ой, вон, погоди. Иди сюда. Да исторический пистолет, пулемет, чё? Видишь, что у меня? Фига. Подожди, а чё у тебя? Нифига. А чё? Так, миненький, Серега, миненький выбросил. Бери. Миненький. Блин, нифига. Давай еще просто побегаем, посмотрим, вообще, что здесь интересного такого есть. Ну, то есть, да, смотри, то есть все оружие, которое находится в этом биоме, образно говоря. Ой, инвентарь поменяли. В этом районе. Инвентарь, в смысле, погоди. Нажми на Alt. А, ну, кстати, да, еще не, я что-то сначала не обратил как на это внимание. Короче, я понял, большинство оружия поменяли, просто как, не знаю, насколько ее поменяли, но стилистика другая. Ну да. О, опять стрелки, какой-то пистолет-пулемет. Там типы сверху по-любому, можно, в принципе, на них как бы пойти. У меня оружие как бы есть, ресы как бы так есть. Но мне вот кажется, вот этот самодельный, хотя вот этот самодельный дробовик какой-то, слушай, я не знаю, что это такое вообще. Во, вот, смотри, самодельный автомат какой-то, что это вообще такое, а? Так, прям над нами типы, Серег, слышишь, да? Да. Прям ломаю. Сверху файтятся, погнали на них. Это между собой у них там. Ну, что-то мне кажется, что, конечно, мы их не вывезем, да? Слышь, помощь нужна. Бегу. Что это за дробовик такой? Опа, вырубил! Хе-хе! Сережа. Вынеси. Нет, ну куда ты меня понес? Не надо, птенчик, потом. Поднимаю. Нормально. Есть чем захиляться, Могу бинты скинуть? Давай. Еще где-то, слышу. Под нами где-то. Под нами. Да, вон бежит. Где? Вижу. Хорош. Второй снизу. Под нами. Опа, тихо. Пиздец, оно дамажит. Это ты чё, это с чем ты играешь? Это дробовичок.
Дробовичок? Так, под нами кто-то лекается, слушай. Это чё такой доисторический дробовик? Это моя ля-ля, не дам. Вот, я подобрал какой-то доисторический дробовик. Где? Подожди, иди ко мне здесь. Бегу. Я прям слушаю, он большую аптечку использует. А, вот, привет. Хорош, Серёжа, хорош. Блин, нифига себе вообще, что за оружие такое тут вообще? Под нами, вижу. Попал? Тихонько, только хп мало у нас. Нифига! А чё оружие такое мощное? Тихо, не кипишуй ты, господи. Добей его, лишь давай. Перезарядка! А, он снизу поднимает своего. Или вижу. Это ещё один. Это чё? Тихо! Что это за сфера? Осторожно, у него такой же дробовик. Я понимаю! Ай, блин! Фига, у него эпический доисторический дробовик, автомат. Блин, я вообще не понимаю, чисто новое оружие вообще, что это такое? Серег, давай туда же упадем куда-нибудь, посмотрим. Или может быть какое-нибудь другое место. Просто мы уже посмотрели, по сути, как оно выглядит. Ну тут много чего нового. Ну давай вот сюда. Погнали туда, давай. Мне интересно на животных посмотреть, давай попробуем их найти. А вот, смотри, я вижу, это кто, это кабанчик или кто это, смотри. Видишь? Вон он, смотри. Я кабанчик убил. Сейчас, погоди, я немного ресов под надо буду хотя бы. Я вижу. Здорово. Еще один бежит. Ребята, чё, как оно вообще-то, да? Еще он один бежит. Сейчас мы его примем. 6 патронов. Ну что, домой давай иди. Не, это имба какая-то. Серег, где там твоя карточка? Сейчас пойду возьму. Дальше там. Это дробовик, это имба какая-то. Это пиздец. Смотри, какой-то лук, смотри, тоже доисторий самодельный. Ты понимаешь? Стрела! Дробовик, чего ты видел? Берешь дробовик, который просто в лоб тебе сносит по 60, по 80 хп. Так, да. А что, кости животных? Миско, смотри. О, кабанчик, привет, кабанчик. Карта еще есть. Ой, о, нифига себе, ты что такой злой? Тихо. Выкобениваешься на кабанчика. Тихо, все, бегу, Серега. Погоди, Сережа, 5 секунд, 4, я тебе говорил, на кабанчика не смотреть. 2, о, успел на последней секунде. Ой, вижу, что? Нет, стой. Это NPC. Она злая или нет? Да. Привет. Я видел какую-то NPC, она очень быстро бегает. Ой. Тихо. Нифига себе, у нее хп. Нет, стой. Подставь. Поставь стенку. А, все, да. Миску. Все, понял, я все понял, ухожу. Все, дверь закрыл. Все, нормально. Что с ним? Это что такое? Вау! Так. О, смотри, это что такое? Погоди, стой, тут, во-первых, вот такой вот дробовичок, смотри, нормально, да? Вот этот. А, стоп, это не дробовик, это автомат. Блин, тут запутаешься со всеми этими оружиями новыми. Подожди, что вот это такое? Может, она тпшит, может, она что-то еще делает. Ну, не только ведь. Ну, прыжок, все. Только эта штука. Блин, подожди, ну реально. Вот, да, все, да. Не, она только так и работает. О, кабанчик! Не дави кабанчик. Кабанчик! Никого! А он не умер, прикинь, а че не умер-то он, а? Где? Мне вот просто интересно, что с кабанчика. Ты что там? А, или кусочек мяса вот как раз таки падает. Не, ну ознакомиться надо, что с этим делать вообще, понимаешь? Ой, это кто такой? Видишь? Это козлик или кто это? А курочка! Курочка! Ой, там тоже кусочек мяса, смотри. Охотись на животных, да? Так, Сережа, зона, Сережа, зона. Я тебе говорил. Нормально. Хватит трогать кабанчиков. Нормально. Может, не успеешь? Да не, нормально, успеваю, все хорошо, не переживай, Сережа. За меня можешь не переживать. Самое главное, чтобы ты живой был, понимаешь? Главное, оружие мне дай, вон. А, оружие тебе дать. Размечтался, а? Посмотрите на них. О, стреляют! Ну все, ГГ. Это кабанчик сидит. В смысле, это кабанчик? Тут еще одна птичка валяется. Я только тебя поднял, Сережа, ну как так, а? Это все твои кабанчики. Да что ты говоришь? О! Нет! Да блин! Ну что, друзья, на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравился этот видосик, как и, в принципе, новый сезон. Обязательно пишите про это в комментариях, как вам норм, не норм, что понравилось, что не понравилось. Также, друзья, я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Не забывайте пользоваться моим кодом автора в магазине Fortnite. И если что, просто переходите во вкладку «Магазин предметов», заходите «Поддержать автора», и здесь вводите мой код автора «Кофе». Ребята, очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Это будет очень круто, если вы пишете мой код автора «Кофе». Все, огромное спасибо каждому, кто поддержал. Огромное спасибо каждому за просмотр. Я очень сильно
зрители. Надеюсь, вам понравился этот ролик. С вами сегодня были, как всегда, Олег Кофе и Сережа Болотов. Все в лице ручки находятся в описании под этим роликом. Все до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока! Всем пока!